круг Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Эти люди стараются с выгодой использовать благоприятную финансовую ситуацию. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Для владельца имени с буквой L требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Символом этого имени является планета Сатурн. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.